самом деле вызвал бы Павлюченко, хотя он весь сезон на лавке просидел, только в конце иногда выходил, пару раз забил, отметился. Но чтобы болтаться впереди, он идеальный вариант, потому что, ну, больно смотреть на то, как Кокорин, блядь, шляется впереди, нихуя не делает. Павлюченко мы хотя бы привыкли, либо Дзюба, он еще бы и прыгал там за мячом, боролся. Ну и крайние полузащитники в нашей сборной их исполняли Самедов. И, ну, в последнем матче был Шатов, до этого...